музыку заказывала, пока еще мужа для вот инструмента не пришел, вот этот вот кронштейн, и заказывала еще тыквенное масло, тоже не пришел. Не пришло оно, но мне как бы нужно было обувь. Из-за обуви я пошла, в общем-то, все пришло, вещи, которые я заказывала. Заказала для внука кое-что. Кое-что. Вот такая маечка, по-моему, Бангладеш. Это майка такая качественная прям. 180, за 180 рублей я ее купила. Вообще качественная, такая яркая, с кармашком. Вот, маечка. Так, что еще? Ну, я пошуршу. Девочки, вы не против? Я немножко пошуршу. Так, вот такие штанишки. Наверное, будут еще длинноватые, а может и нет. Ну ничего, здесь вот такая вот резиночка. Ну, не резиночка, а типа манжета. Так, и ну хбшные, обыкновенные, самые недорогие штанишки. Так вот, можно дома, можно бегать на прогулке где-то, на велосипеде кататься. Тоже буквально 300 с чем-то рублей они стоят. Вот, хлопковые. И еще заказала ему футболку. Вот такую вот. С Майнкрафтом. Майнкрафт, наверное, да? Правильно говорить. И вот такой яркий рисунок. Он прорезиненный, правда. И светится в темноте. Как там заявлено, этот рисунок светится в темноте. Ну, наверное, ему понравится. Вот такие вот небольшие ему подарочки. Ну, не то, что к 23-му, а просто. Просто к 23-му мы уже ему Лего подарили. Очень, очень понравилось, кстати, Лего. Вот. Такое большое Лего. Ну, оно за 5 тысяч чем-то мы его покупали. Это Лего больница. Ну, он в восторге. Он его собирал, потом разбирал, потом снова собирает. Ну, и вот себе я взяла кофту. Вот такая блузочка, знаете, прям нежнейшая ткань, она желтая, ну, может быть, даже не горчичная, не знаю. А, цвет-то здесь указан какой-то. Так, цвет. Не помню цвета, чуть не. Так, медовый, цвет медовый. Взяла я 50-й размер, 100% полиэстер это. Так, чья она? Москва, по-моему, да. И так все качественно сшито, все хорошо. Здесь впереди шнурочки. Ну, я уже примеряла, я еще примерю. Здесь такая брошка мне очень нравится. В общем, сама нежность, блузочка, сама нежность. Конечно, полиэстер, но полиэстер тоже разный бывает, да? В жару, конечно, будет не жарко, но вот такую погоду теплую, да еще с желтыми босоножками, с моими я их решила оставить, будет классно. В общем, будет примерка потом. Белые я сдала босоножки и взяла другие. В общем, которые у меня были отложены, они то пропадали, то появлялись. Те босоножки Китай, я их как надела, все, это моя любовь с первого взгляда. Нога просто как дома, подошва аккуратная, ну просто прелесть, да. Я еще одни заказывала, там я мерила, видели вы примерку, они с каким-то запахом, кстати, дороже гораздо, и подошва похожа на те, такая танкетка, но, ой, такие ремешки, вот как у меня бежевые, думаю, они будут также натирать, как-то ремешки, пальцы вот эти торчат у меня, как-то нехорошо. В общем-то, они мне как раз, все нормально, но не впечатлили. Думаю, лучше я оставлю желтые свои и вот эти возьму, а они розовые с белым, такой вот цвет. Ну, по-моему, они вообще ко всему подойдут. Ну, к чему-то не подойдут, но в основном подойдут на такой, как пыльно-розовый. Вот, все покажу. Ну вот эти босоножки Сиана,
Зиана, правильно я читаю, неправильно. Вот такие босоножки. Ну, это просто любовь моя с первого взгляда. Отзывы очень они хорошие. Все вот довольны, как они на ноге, вообще не натирают. И легкие очень, удобные. Вот, подошва, но она такая жесткая, да, уж не знаю, сколько она наносится. Ну, как говорится, ничто не вечно, и нечего обувь по 10 лет носить, правильно, девочки? У меня вот те мои любимые босоножки, которые я носила, вот натуральные-то. Какие они мягкие были, но хватило мне их на одно лето, уже, ну, на 2 лета, на 1,5 будем говорить. Я хотела их взять в Турцию, думаю, ой, как я в них буду хорошо бегать там, очень удобно. Но нет, подошва треснула. Ну, ладно. Ну, я их носила вообще, конечно, я их носила. Они свое послужили. Вот, ну, вот эти вот тоже классные такие. Здесь и с серебром, и белая, и вот такая вот, как вот, как такой... грязно-розовый, пыльно-розовый. Очень удобно, очень удобный, легкие, аккуратные, прям красота. Ну, я их даже взяла, не раздумывая, и те белые с серебряным я сдала без сожаления. А эти, они чуть подороже. Они были и 2 с чем-то. В общем, ну, в Wildberries, сами понимаете, цены там меняются. И судя по тому, что они были... то ли 2,5 сначала, потом 2,300, потом что-то так. Потом я их взяла за 1800. 1700 с чем-то. 1700 с чем-то, уже не помню. Вот, ну, замечательно. Просто классные босоножки. Все потом примерю. Итак, девочка, девочки, мальчики. Обещанная примерка. Вот эта вот блузочка. Мне она очень понравилась. Там она есть в разных цветах. И вообще я бы заказала и красную, и черную, и вот этот цвет медовый. Да? Прям нравится мне. Люблю я такой цвет. И, кстати, босоножки в масть. Так, я сейчас пройдусь. Вот она так, видите? Здесь немножко завышена. Паховая зона, как говорится, открывается. Ну, такой фасон. Но если ходить в джинсах или в брюках, ну, с такой вот, с ластовицей здесь, то это вполне нормально. Конечно, не в жиденьких штанишках, не в трико. Вот. И вот так. Я не знаю, слышно меня или нет, но, надеюсь, слышно. Но и не слышно, и главное, видно. Отойду подальше. Вот так. Эти брюки надела, потому что сейчас я в них пойду в магазин. Ну и покажу вот эти вот босоножки, как тут. Ну, мне очень нравятся и босоножки. Кстати, они очень удобные. И ну, кто-то написал, что те серебристые, они более смотрятся миниатюрно, чем те. Ну, мне кажется, что наоборот. Те как-то они вот в ширину расходятся. Эти как бы высоту тут, ну, не знаю. В общем, мне эти очень нравятся. Такие они стильные, модные. Модные, стильные, удобные. В общем, все 3 в 1. И решила я себе подобрать под цвет, чтобы уже так выйти. Уже все подходило. И блузку наткнулась я на эту блузку. И не жалею. Хотя вот шмоток полный шкаф. В общем-то, вот не хочу ничего покупать. И вот снова что-то хочется. Вот, взяла 50 размер, но можно было бы и 52. Ну и 50 тоже нормально. Вот. В жару, конечно, будет жарко, но такую вот прохладную. Не в то, что в прохладную, но пусть 20 градусов, даже вполне нормально в ней выйти. 20-22, конечно, не 25-30. Вот. Она такая вот летящая.
такая струящаяся, очень приятная ткань. И смотрится достойно. В общем-то, и в пир, и в мир в ней можно выйти. Блузочкой довольна. Вот так вот. Сейчас померяю другие босоножки. Ну, хотя я уже показывала их. К этой блузке именно скорее они не подойдут. Ну, а так вот те босоножки, они такая пыльная роза. Ну, на мой взгляд, они со многим их можно надеть. С многими вещами. И даже и с зеленым, то есть там можно и с красным, и с черным, и с голубым. То есть вот эта вот пыльная роза, она подойдет. Так, сразу опущу камеру, то не видно. Так вот, вот смотрите. Вот, очень удобная колодка, очень удобная. Просто супер. Вот, и они немного маломерят. Вот смотрите, у меня 39 размер. Вот палец чуть-чуть, ну прям по краю. Когда нажимаешь вот так вот, почти по краю. То есть кто-то заказывает на 38-39. У меня размер не совсем 39, вот, но и не 38,5. Вот что-то вот такое. То есть туфли мне 39 как раз, босоножки. Вот 38,5 еще даже можно вполне. Пятка у меня не свисает, все нормально. Ну, то есть вот они немного, ну, на пол размера, скажем, они маломерят. Вот. Очень удобные. В общем, в них я убегу куда угодно. То есть и колодка, и они такие плотно сидят на ноге, в то же время не будут натирать. Я уже чувствую, что они не будут натирать. Они просто прям вот вторая кожа моя. Понравились. Классно. Ну и вот и все, мои дорогие. Всем пока! Спасибо, кто досмотрел это видео до конца, за ваши подписки, комментарии, лайки. Пока-пока!